Вот сейчас буду. Всем привет, это Dead Shot Strike. Как и обещано было, нам попались зерги. Нашему другу форм тираны изначально были выбраны. Так, надо что-то делать. Я во второй тир пойду. О, это, кстати, уже опасно. То есть раньше это еще можно было делать? Нет. Сейчас это так опасно. А мы 2 на 2? Нет, 3 на 3. Нет, 3 на 3. У нас зерк, да? У нас зерк и тиран. Меня проигнорил их лидер. А сейчас все зерки уходят в Люру? Просто, наверное, другой вариант, нет? Почему? Нет, не все. Он. Ну я как увидел, ну не знаю. Люра, она просто, когда ты намасишь ее хоть с квинами, она просто здесь всю землю выносит напрочь. Давай, все контрится. Нужно больше минералов. Ну хорошо. Я в королев пойду. Сначала. Нет, ну я просто это видел тактику. Обычный человек масит королев, потом добавляет люру. Да можно сразу и... слонов идти и все. Когда союзники держат удар, более менее. Что произошло? А что на меня шло? Да вот. А, нет. Не помню. А, вот там. Ничего. Я понял. Так, это, наверное, какой-нибудь второй тип с каким-нибудь дарком или что-то такое, наверное, там, например. ХЗ. Не могу подсказать тебе, дать инфу. Какая негадость. А, зелоты. Угу. Ну что ты можешь про эту карту рассказать? А про эту? Самая популярная. А про эту карту. Да. А про эту карту. То, что до нее играли обычно. Как он назывался? Desert Strike 1 на 3 на 1 на 3, она, по-моему, так называлась. Там, по-моему, там тоже планетарка была и с обоих сторон. Но юниты спавнились не вот так вот дратиком, а все в одной точке. Ну да, это Галим, кстати. Из-за чего пара архонтов просто выпала. Ну да. Смотри-ка, все хорошо. Ну, как-то... Со мной же играете, да? С тобой играем? Нет, я как будто. Все можно завтра. Да. В общем, приятно тебе скажу играть с взрослым человеком. А-да. Обычно. Ну, окей. Ну, обычно, когда со школьниками играешь, они как бы это... Ну, где-то 90% школьников, они всякой херней страдают. И не трогай мои минералы, там, это... Ну, зачем ты это сделал, там, или подожди. Ну, короче, это верещат, мямлят, истерят. Играть трудно нормально. Еще рутно друг друга. Да, тяжело играть. Вообще. Там 2 против 4. Они хаос, они просто рутно друг друга, там, и ты... А-а-а, что происходит? И это все на записи еще, и потом тебе в комментариях пишут. Опять ты с этим Васей играешь или что-то подобное. Дизреспект. Да, да, да. Отписывали, да, было такое. Интересные ребята. И что-то они сонные, видимо, уже. Ерундой страдают. Тут уже вин 100% просто. А чё так поздно гасты? Что? А, так я что-то задумался, заговорился с тобой. Тем более не напряженная игра такая, расслабончик. Ну, безопасно газ заказывается после того, как ты снес да. Фотонку. Да. Ну или все правильно.
Просто, например, раньше у меня были игры, когда никто не заказывал газ, ни своя сторона, ни чужая. Там баланс болтается из стороны в сторону, малейший. Кто-то там рискнет покопить минералов, или это все. Линия проваливается, и дальше можно вытянуть только за счет того, что резко там поставишь какие-нибудь там танки, что-то такое, что может перетянуть. О, господи, как они портуются-то. Не туда, куда надо, далековато. А, он автоматически сделал. Ой, то есть сам нажал. Что он этим хотел сделать, я не понял. Ну, свою волну я выдерживаю. Ну да. Это хорошо. Даже если я не выдерживаю, я с королевой протяну. До следующей волны. Ну вот. Короче, надо это заканчивать. А я хотел еще побаловаться. Ага. Ну, не факт. Может так и может быть так и есть. О, как. Ага. Такие дела. Да вон там в уголках. А смотри, у них только земля, а у тебя второй тир, да? Че, воздух пойдешь? Да нет. Ой, мертвого. Закажи корабль на штук 10, а не 70 баксов. Ты так хочешь быстро закончить? Зачем затягивать? Я люблю быстро заканчивать. Ну ладно, ладно. Не буду шутить. Не-не-не, на самом деле, кстати, у нас была такая тактика, правда, провалилась, наверное, 3 раза из 5. Но, например, у нас один человек, ну, там втроем играли, один человек уходил в караптер, и они просто пролетают и заплевывают баг. Ну да, они такие. 120. То первый раз было для меня полным шоком, потому что и до этого караптеры не атаковали. Ну, раньше у них до лотва не было такой способности. Да, мои королевы. Блин, удачно встал. Да, королевы просто держат удар. Люблю их за это. Да, два ряда короля они создают проблемы. Да зачем два? Там уже нет резона два ряда делать. Один ряд сделал максимум. И дальше либо слонов, либо леру. В общем, прям жирное. Когда противник делает ампаров, у них это выжигается энергия. Вот тут второй ряд помогает. Угу. Не отфитбэтишь. Ну да. Хотя можно ж опять послать зерглинга вперед. Они будут вынуждены штормы кидать там. Так и. А, ну. А зерглингов не жалко. Их и так убьют. Они не добегают обычно. Все. О. Багу в осаде. Ну да. У меня тоже есть осадные юниты. Смотри, что делает хитрец. А он так портнулся? И чё? Вот. Не обстань. Обстань нет. На лошары. Правда, твои танки больше дамага наносят моим юнитам, чем ихние. Да. Ну, он за счет базы удержал. Ну да. Перед ним. Ну, не отодвинет наш дальше центр. Пангу. Смотри-ка. Да масса накопилась. Я бы ваншейт поставил, но. На,
Вот я отвлек, можно сказать. Но не хочу ставить одну штуку, у нас контрит будет. Можно также вот так сделать. Сейчас хотя бы на 5 баншей накопится, я поставлю. Пусть заморачивается с антиэйром. Так, например, когда Зазаргов любил играть, копишь сразу на 5-6 слонов, особенно когда у них сделали 4 веточки. На этой карте. Ну да. 5 слонов ставишь, и для противника это неожиданно там. Они сразу. Да слоны, они всегда. Они имбы фактически слоны. Нет, они были не очень актуальны, пока у них был размер. Да, а сейчас они очень актуальны. Да, есть там. Прям очень-очень. Можно даже со старта копить на тир-3 слонов и запускать их потом. Я так делал. Ну, масс-мародеры это. Не, мародеры не тащат уже. Масс-мародеры вообще не тащат. И мортовы только. Кто там еще снайперы? Гасты. Да больше вроде. А, ну еще всякие. Хозяин стай. Банши. Ага, кэрриер. Да, это вообще вот кэрриер строить всегда невыгодно было. Это как бы тупая но тактика. Но они хорошо дамажат. Если есть меско, да то не знаю, они неплохие, они очень быстро накошивают. Если соотносить как бы цену и качество, то они очень ни о чем. Нет, чистые кэрриеры, конечно, нет, но... Да, даже, блин, все равно резонные ураганы построить в любом случае. Всегда. Потому что они, во-первых, копятся. Ну это сейчас у них приоритет, наверное, по воздуху. А раньше-то они били по земле. Прикол-то кэрриеров в том, что они жирные и переживают вал. Да ни черта не переживают. Их накапливают. Они же впереди вынуждены быть. Ну все, короче. У них же недалеко запускаются истребители. Ну все, победа. Отлично. Ну, в общем, я против кэрриеров. Голосую против. Я за ураганы. Ладно, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ждите новых видосов. До новых встреч. Пока-пока.